Всем привет, с вами канал Сектор Гейминг. И можете меня поздравить, с меня сняли теневой бан и все подозрения на мой счет. Всем спасибо, что поддерживали меня. Ну, были такие, кто не совсем поддерживал. Я приложу скриншотик, но не важно. Вот. Все-таки, знаете, если вы ничего не использовали, никаких читов, ни ВХ, ни распылителей, вот, вас, скорее всего, не забанят. Ну, скорее всего, с 99% шансом вас отпустят. Вот. Ну, а это просто видосик в подтверждение тому, что все-таки теневой бан снят и хардкор опять работает. Ну что ж, я, пожалуй, прикрою свою хлеборезку. Приятного просмотра. Я тут маленько видео ускорю, буквально на 30%, а то после рендера видео выглядит странно и не ощущается 60 FPS.
Да, ну. Да, блядь! Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Этот ролик подошел к концу. Также еще раз говорю, всем спасибо за поддержку. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии по этому поводу. Никогда не юзайте читы, и все будет хорошо. Пока!